слышите эту музыку, ждете лавстори с яркими, нежными и романтическими новеллами, боюсь вас огорчить. Вы можете смело отложить ваши носовые платочки в сторону и вжаться посильнее в кресло, так как вас ждут самые неожиданные повороты этой истории. Все началось с... Реально влипли. Ты не забыл, кому ты должен деньги? Вам должен. Верно. И где они? Что он делает? Вспоминает. Хватит вспоминать. Где деньги? Я купил кольцо. У тебя будет свадьба? Да. Чтобы я тебе поверил, покажи кольцо. Хватит это делать. Где кольцо? Я не могу показать кольцо. Значит так. Ты сделаешь мне несколько услуг. Ты сможешь вернуть мне долг и еще заработать для своей свадьбы. Это шанс. Кольцо нужно. Я согласен. А у тебя нет другого выбора. Почему? Потому что твоя невеста у нас. Куда, куда, милуки, милуки, лови ми. Куда, милуки, милуки, лови ми. Так-су-таки, так такси. А тики-тики-бутики, ки-тики-тигаму. Тики-бутики, ки-тики-тигаму. Такси-хоки, си-хоки-хоки-ми. Такси-хоки, си-хоки-хоки-ми. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посмотрите на своего соседа справа, слева. Никто еще не убежал? Я не слышу ответа. Да или нет? Тогда продолжим. Что это было? Ладно. Твое первое задание. Ты должен взять вот этот кейс и обменять его с моими деловыми партнерами на другой. Вот это адрес, по которому ты должен прибыть. На этом все. Остальные инструкции получишь потом. La ciudad se llama Duke,
Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Дон Корлеоне, мне нужна справедливость, но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне крестным. Нет, ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги. Я прошу справедливости. Это несправедливость, твоя дочь жива. Тогда заставьте их страдать так, как страдает она. А второй пакет. Походу нас рисовать на том сахарная пудра, а не мука. Счастливым быть не обязательно богат. Розы, белые розы, Эверго Путос. Come on.
Походу нас рисовать, но там сахарная пудра, а не мука. Теперь я пью чай, только без сахара. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi. Mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là. Вы здесь не видели девушку? Вот такого вот роста, светлые волосы. Не видела. В бардачке машины найдешь ствол. И смотри на деревья. Ствол в смысле пистолет. Ты его должен обменять на другой. Это фамильные ценности. Будь внимателен на сделке. Иначе... Ça fait connerie les potes, ça leur, ça c'est vrai, mais là, ma maîtresse me tape de même face que le week-end dernier. Et toi, tu viens là me demander si ça a changé. Как вы думаете, Женя догонит его или нет? Если вы считаете, что да, отправьте сообщение с кодовым словом «да» на номер жениха. Если нет, то кодовую фразу с текстом «Женя старался как мог, нам очень жаль» на номер невесты.
Мне нужны деньги на новые носки. Молодец. Высылаю следующее задание. Я все заметил, но по сценарию я типа не должен об этом знать. Болван. И... На самом деле это была проверка, достоин ли ты моей крестницы. Помнишь те кольца, которые у тебя украли? Так вот, это сделали мои люди. Кейс отдай ему.
Приведи Ксюшу. Я, конечно, хотел бы, чтобы ты на меня работал, но у тебя скоро свадьба. Спасибо, крестный отец. Можешь забрать машину. Считай, что это подарок тебе на свадьбу. Но в здании, которое было связано с машиной, произошла накладка. Японец, который был в ней, смог сбежать. Какой к черту японец? Тебе всего лишь нужно было доставить фамильный пистолет. А машина была всего лишь для удобства передвижения. Ну что ж, ты молодец. Вы можете идти. Прошу прощения, на чем я закончил? Ах, да. Эта история закончилась замечательно. Наш герой Женя смог справиться с заданиями крестного отца, спасти любимую и успеть на свадьбу. Но крестный отец, в свою очередь, не останется в долгу перед молодоженами. Ты живой? Да. Но как это возможно? Ну это же фильм, здесь все возможно. Готовься на мальчишник. Догнать его быстро! Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. А, снимаем? Я понял, да. А что мы закончили? It just turns out that way. Готовы? Won't go away. Monday, Monday. Потому что твоя невеста у нас. It's here to stay. На этом все.